Деяния, 17 глава. Вы знаете, все мы задаемся вопросом, почему Бог оставляет нас, почему Бог покидает, почему мы не чувствуем присутствие Божие в своей жизни. Некоторые думают, что когда мы уже узнали Бога, то все. Все хорошо, все нормально, аллилуйя. И так действует благодать. Вы знаете, я думаю, что благодать – это такие вот благословенные рамки, в которых мы чувствуем себя свободно, чувствуем себя в мире, чувствуем себя в безопасности. И вы знаете, эти рамки никуда не уходят, они остаются. И с возрастом нам кажется, что мы уже повзрослели, и мы можем перепрыгнуть через этот забор и сделать определенные вещи. Рамки, они остаются. И нам надо возвращаться в ту благодать, которую мы приняли. Каждому человеку не имеет значения, верующий ты 20 лет или 30 лет, знаешь ты Бога или не знаешь ты Бога, тебе нужен Бог. Вы знаете, Бог создал человека, в Деянии апостола 17 главе с 22 стиха там говорится, что Бог создал человека по образу и подобию своему, дабы они искали Бога. Вы знаете, есть моменты в нашей жизни, что мы ищем Бога. И есть моменты, когда мы ищем Бога. Вы сейчас мне ответите на этот вопрос. Когда мы ищем Бога? Правильно. Як тревога, так до Бога. Когда у нас все хорошо, нам Бог не нужен. И нам кажется, что все хорошо. Вы знаете, тема моей проповеди сегодня и проповедь моя... Она, сейчас я даже название, не записал я название, но сейчас скажу. Вера, которая не зависит от вас. Есть вера, которая не зависит от нас. Иисус сказал, имейте веру Божью. Есть вера, которая не зависит от меня. Я умру, кто-то еще умрет. Но вера будет действовать. Библия говорит о вере, что вера может творить такие вещи, которые нам не под силу. Но как получить это и как принять эту веру? Есть правильный путь и есть ложный путь. Дьявол всегда предлагает ложный путь. Он говорит, слушай, я тебе все сразу дам. Тебе не надо ничего делать. Ты будешь покоиться, ты будешь наслаждаться и все. Но когда Бог дает что-то, Он ожидает от нас, что мы будем в постоянстве, что мы будем искать Его, что мы будем в присутствии Божьем. И давайте прочтем это место Писания, Деяния 7:22. «Став Павел посреди Ареопага, сказал Афиняне, по всему вижу, что вы как бы особенно набожны». Это можно проповедовать в любом городе. Все люди набожные. Как тревога? Все нормально. «Ибо, проходя, осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Этого, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам». Супер. Бога, которого вы не зная, чтите. Неизвестный Бог. Есть Бог, которого я еще не знаю. Мы не проповедуем Иисуса Христа, которого не знаем, но каждый раз мы познаем Иисуса Христа по-новому. Кто-то говорит, у меня есть вера моих предков. Оставь свою веру своих предков, потому что ваша вера, она мертвая. Живая вера, она та, что дает тебе силу, и она дает тебе ощущение присутствия Бога в твоей жизни. Вера. Вера, которая не зависит от тебя. Вы знаете, когда ты смотришь на сухую землю и говоришь, эта земля не может плодоносить, потому что априори она не может плодоносить, она сухая, но она плодоносит. Она дает плод, и она дает благословение, и это не зависит от меня. Это вера, которая была моих предков. Я говорю об израильской земле, потому что израильская земля, она сухая земля, но там собирают 4 раза в год урожай, и там дожди очень редко.
Но Бог благословил эту землю, и благословение, оно настоящее, оно реальное, и все ощущают это, потому что благословение можно чувствовать. Как присутствие, мурашки идут по коже, ощущение, что радость приходит в твою жизнь, мир и умиротворение приходит в твою жизнь. И ты приходишь в то место, там, где тебе хорошо, и говоришь, здесь Господь. Даже если там ничего нету, и тебе кажется, что это пустыня, все говорят и посмотрят на это место, да, там нечему завидовать. Но тебе там хорошо. Вера, которая не зависит от меня, она может творить чудеса. Только та вера, потому что есть вера, которая человеческая. Мы можем верой, знаете, бороздить космос, делать определенные свои дела, там, менять русло рек, там, даже горы переставлять. Мы можем это делать. Но это не есть вера, которая не зависит от нас. Это вера, которую мы продвигаем. Но есть вера Божья. Я хочу, чтобы вы поверили в это, что Бог может сделать несравненно больше. Почему? Потому что некоторые болезни и некоторые проблемы в твоей жизни не решаются докторами. О, сейчас, сегодня праздник, да? День медика. Всех медикам поздравляем. Спасибо большое. С днем медика. И вы понимаете, у меня телефон разрывается. Я уже отключил. И почему? Потому что я понимаю, что люди нуждаются в помощи. Но это вера человеческая на людей. Она неплохая, она хорошая, она нормальная. Я не против врачей, но есть нечто большее. И в Боге моем есть нечто большее. Когда ты не можешь решить свою проблему, ты можешь прийти к Нему и получить от Него веру на исцеление, которого невозможно получить от людей, на освобождение, которое невозможно получить от людей. Здесь есть масса свидетельств, и люди могут засвидетельствовать и сказать, да, аминь, вы можете громче это сказать, потому что Бог в вашей жизни делал такие чудеса, и это не зависело от вас. Потому что не мы это сделали, а Бог сделал. Мы просто доверились Ему и сказали, да, Господь, делай, что Ты хочешь. У нас есть такая песня. Делай, что Ты хочешь. Да? Делай, что Ты хочешь во мне. Аминь. Делай то, что Ты хочешь, не то, что я хочу, а то, что Он желает. И давайте прочтем. Ибо проходя, я осматривал, я вижу все тут... У вас так все шикарно, красиво, дома, все отлично, аллилуйя. Но я что-то не вижу здесь, что вы знаете Бога. По сути дела, Бога познать очень сложно, если Он не откроется. Я хочу, чтобы ты услышал меня и каждый из вас услышал. Если ты думаешь, что ты знаешь Бога, то ты ничего не знаешь. Ты еще не знаешь Бога. Я не знаю Бога, я хочу встретиться. Павел, он всю жизнь прослужил ему и говорит, я вижу гадательно сквозь тусклое стекло. Я не могу его видеть, но там я встречусь с ним лицом к лицу и буду говорить с ним. Я хочу знать своего Бога. И Библия говорит, каким образом мы познаем Бога, и это через веру, которая не зависит от моей веры, которая зависит сугубо от Него. Я тебе дам секрет такой. Если эта вера зависит от Него, то я Его проблема. Если я доверился Ему. Если я доверился Ему, то все остальное должен Он решать. Это другими словами, я отдаю себя в руки того, который платит, дает, благословляет, решает. Но если я начинаю в своей жизни что-то решать, знаете, что происходит? Я пытаюсь что-то сделать, но Бог, Он говорит, стоп, остановись, я хочу, чтобы у тебя была вера, вера Божья. Имейте...
Скажи своему соседу, имейте веру, которая не зависит от тебя. Имей веру Божью. Когда ты будешь иметь такую веру, я вам хочу сказать, тебе не надо будет рассказывать кому-то долго что-то. Ты просто будешь доверяться Богу сам. И ты увидишь, как в твоей жизни Бог будет благословлять тебя. Независимо от того, что ты имеешь или не имеешь, ты будешь покоиться в Его благодати. Потому что благодать приходит от того, насколько ты имеешь этой веры. Давайте прочтем дальше. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, мне нравится. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет. Не стройте его домам, церкви. Он не там живет. Знаете, где он живет? Давайте прочтем. Он, будучи Господа, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человека. Вы думаете, деньги, он нуждается в деньгах? Он думает, что картошку надо копать там или еще? Нет, Богу не надо картошки. Ему хлеба не надо. Ему вообще ничего не надо. Что, кому это надо все? Мне. Ну да, тебе тоже. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание всех. Вера Божия говорит, что Он дает. Скажи, Бог мне дает все. Я хочу, чтобы ты увидел то, что Бог дает тебе. Он дает тебе финансы. Он дает рост твоей картошки. Он дает благословение твоему огороду. Он дает все. Я хочу, чтобы ты поверил в Бога, который несравненно больше того, что ты представлял раньше. Потому что такому Богу мы служим. Мы такому Богу служим, который все создал из одного атома. Я не знаю, как из одной маленькой точечки Он создал всю вселенную. И Он мог это создать. И Он мог это создать, потому что Он делает все из ничего. Мой Бог всемогущий. Если ты доверяешься такому Богу, то ты должен научиться и доверять Ему в служении во всем, во всяком деле, которое ты начинаешь. Почему? Потому что когда мы начинаем любое дело, Он желает нам открыть, какой Он великий. Он всю твою жизнь показывал тебе и рассказывал тебе, насколько Он велик для тебя. Тебе просто надо довериться Ему. Тебе просто надо довериться Ему. Тебе просто надо довериться Ему. Довериться – это надежда. Когда ты начинаешь надеяться не на себя, не на собственные усилия, не на свои силы, а ты начинаешь надеяться на Бога, который все сотворил, который совершил все и призвал тебя, и это называется благодатью. И это уже вера не от тебя, надежда. И я вам хочу сказать, что дальше Павел проповедует, что есть истинный путь, по которому мы начинаем идти для того, чтобы это совершилось. Потому что мы не можем предстать перед Богом, потому что Библия говорит, что все согрешили, лишены славы Божьей. Кто из вас знает, что все согрешили? И живя на этой земле, Иисус даже умыл ноги своим ученикам, потому что сказал, что ноги у них грязные. Хотя Он посвящал за них жизнь. И Он должен был умереть за них. И Он сказал, вы чисты. Но ноги надо мыть. И каждый раз, когда я вижу в своей жизни, что что-то не то, где-то я удаляюсь от Бога, где-то я перестаю чувствовать Его силу, присутствие. Знаете, что мне надо? О, мне надо стать на путь правды, на праведный путь. Вы знаете, я смотрю на мужей веры, я смотрю на Авраама, который служил Богу верой и правдой. Он получил откровение от Бога, получил слово от Бога, и он имел веру Божью. Он получил слово от Бога. Он доверился ему, пошел в землю, которую он не знал, которую даже не видел, которую даже не слышал о ней. Он доверился Богу, и Бог
благословил его. Но когда он почувствовал, что благословение начало отходить, он спускается в Египет для того, чтобы это благословение хотя бы сохранить. И вы знаете, самое интересное, то, что в нашей жизни мы пытаемся сохранить Божье, хотя сам Бог может его и сохранить. И то, что сделал Авраам, Библия говорит, он поступил не очень правильно, и он не очень справедливо поступил по отношению к своей жене даже, когда взял служанку. Потому что мы, бывает, ошибаемся в вере Божьей, начиная делать свою веру. Рожаем Измаилов. Мы ошибаемся, делая свое. Но Бог, Он призывает и говорит, слушай, возвратись. Я хочу дать тебе веру, которая не зависит от тебя. Я хочу наполнить тебя теми благословениями, которые приходят от меня. Не которые ты заработал, которые заслужил, которые ты имеешь, а мое благословение. Вы знаете, некоторые сегодня не знают и не понимают, что такое жить с Богом. Почему? Дальше в Деянии апостолов он описывает, что он произвел от одной крови человеческий род, дабы они что делали? Искали Бога, не ощутят ли Его, хотя Он недалеко от каждого из них. От одной крови. Он создал нас. Каждого из нас Он создал для того, чтобы мы что делали? Искали Бога. Я думал, что я, придя в церковь, я уже нашел Бога, я уже имею веру. Но знаете, почему-то Бог не отвечает мне сразу и не дает мне сразу. Как Аврааму не дает сразу. Кто из вас сразу получил некоторые вещи? Поднимите руку, правду только скажите. Но, а кто ожидает сейчас в ожидании того, что Бог сделает в вашей жизни то, что вы просили? Нормально, все в порядке, мы на правильном пути. Теперь мы идем дальше. И Он ожидает от нас, что мы будем делать в этот момент, когда приходит момент тишины и ожидания. Тишины, когда Бог перестает говорить твою жизнь. Что ты будешь делать? Бог уже все сказал. Он дал тебе повеление. Он не держит тебя за руку, когда ты прикасаешься к плоду познания добра и зла. Он тебе все уже сказал. Он ожидает от тебя твоих действий. Будешь ли ты верить Ему, Его Слову? Будешь ли ты доверяться Его Слову? Или будешь идти своим путем? Потому что познание добра и зла, оно тоже приятно, оно тоже радует твой глаз, оно вожделено для твоей плоти и вожделено для твоей. Но если ты начнешь уповать на Бога, доверишься Ему, у тебя весь мир впереди. Это вера, которая не зависит от тебя. Я не думаю, что Иисус учил о вере, которая зависит от нас. Просите, и дано будет вам. Он говорил о том, что когда ты будешь просить, ты получишь то, что тебе обещано. Потому что это не зависит от тебя. Снова не зависит от тебя. Потому что некоторые настолько уверены в том, что они выпросили, что они присваивают себе эти медали и награды. Я выпросил. Я так постился, что выпостил свое исцеление. Скажи, если бы не Бог, то я бы ничего не выпросил. Вы понимаете, что мы часто присваиваем то, что принадлежит Ему, и то, что Он дал тебе. Я вам хочу сказать, вера – это даже не мое. Уверенность – это не твое.
Это то, что Иисус взял и пригвоздил на кресте за тебя, чтобы ты сегодня мог иметь Его веру. Не всемогущий ли мой Бог? Класс! Теперь я могу иметь общение с Ним. Теперь я могу иметь и откровение от Него. Но что мне в этот момент нужно сделать, когда происходит тишина? Есть момент тишины. В каждом из нас есть момент тишины, когда Бог не говорит с нами. Неделями. У кого-то месяцами. У Авраама годами было. Вы знаете это? Бог не отвечал на его нужду. Родился Измаил в этот период. Все в порядке. Как только мы вступаем в момент тишины, и в эту тишину мы начинаем рожать себе веру человеческую. О, вы знаете, что вера человеческая тоже великая? Она делает большие вещи. Помните, как Бог сказал: «Я благословлю Измаила»? Он благословил Измаила, потому что у Авраама была сила на веру. У тебя есть вера как Творца, потому что Он создал тебя по образу и подобию твоему. Но есть разница между верой Божьей и верой человеческой. Вы знаете, почему некоторые видят чудеса в своей вере? Почему? Потому что Бог, Он дал тебе как Творцу веру человеческую, чтобы творить определенные вещи. Вы знаете, я себе не могу представить. Люди достигли до такого уровня, что они могут просто летать в воздухе, покорять космос. Скоро летят на Марс. Они делают это своими знаниями, своей верой, своими пониманиями, своими силами. Но послушай внимательно, там они не найдут Бога. Мне нравится Армстронг, который летал на Луну. Он говорил, он рассказывал, он говорит: я искал там Бога, я не нашел его. Мы, знаете, в поиске не там, где нужно, потому что Бог, Он открывается совсем по-другому. Он не открывается в твоих научных доводах, знаниях или еще чем-то. Он открывается в простых вещах. Ты смотришь на ребенка, на дитё, и смотришь: Боже, как оно прекрасно, правда? И ты думаешь: Боже, неужели ты такой чудный, что мог сотворить это, дать мне это? А Бог говорит: дети, это благословение. Это не мы их создаем. Мы даже не знаем, как это происходит. Когда это происходит? Это бывает случайностью, неожиданностью. Авраам ожидал ребенка от Бога, но сделал себе Измаила. И вы знаете, самое интересное, вот эта вера человеческая, она всегда борется с тобой. Закон всегда борется с теми правилами, которые от Бога, от Духа исходят. Почему? Потому что когда ты ощущаешь тишину, ты всегда бежишь к закону. Ты всегда бежишь к Измаилу. Ты всегда бежишь к вере, которая не от Бога. Ты всегда бежишь к идолам. Но когда Бог с тобой начинает говорить, и этот Бог неведом, непонятен, ты начинаешь двигаться вперед. Ты понимаешь, что идолы – это ничто, что идолопоклонство – это грех. Некоторые люди до сих пор у себя держат, знаете, этих иконки там или еще что-то, и они считают, что через это действует Бог. Бог не действует там. Это твоя вера, которую ты родил. Я вам хочу сказать, через это действует больше проклятие, чем благословение. Через это действует не свобода твоя, а не познание Бога. Потому что познаем мы Бога, уверовавши так, как Он захотел. И самое интересное, давайте
оставляя времена неведения. Бог всем повсюду, что делает? Повелевает. Когда ты не знал раньше о Боге ничего, ты поклонялся идолам. И вот этот момент тишины, что нужно сделать, когда ты не ощущаешь, и у тебя масса вопросов, почему ты пришел в церковь, у тебя масса вопросов. И я вам хочу сказать, что если ты приходишь в церковь, у тебя масса вопросов, если бы ты знал Бога, и у тебя было все хорошо, у тебя не было вопросов, то ты бы остался дома. Но это хорошо, что у тебя масса вопросов. Я рад за тебя, что у тебя масса вопросов. Потому что есть вопросы, которые не ответит никто тебе. Не даст исцеления никто тебе. Ты уже столько наваял в своей жизни, ты столько настроил в своей жизни. Вы знаете, что это даже... Вы помните, они строили башню? Эта башня вавилонская должна показать, кто Бог на этой земле. Они сказали... Мы создадим себе имя и разойдемся отсюда. Мы боги. И вы знаете, Богу не понравилось то, что они делают. Часто мы терпим крушение в своем божественном строении только из-за того, что нету Бога, кроме Иисуса Христа. И Бог по всем повсюду повелевает. Это независимо, ты 5 лет верующий, 10 лет верующий или только что пришел в церковь. Если ты чувствуешь тишину в своем сердце, и ты строишь Вавилонскую башню, и ты знаешь, что делать, но не задаешься вопросом, кто это делает, ты или Бог, тебе надо покаяться. Почему мне легко об этом проповедовать? Потому что я осознаю, что я не могу двигаться вперед, я не могу двигаться в силе Божьей, если у меня не будет откровения Иисуса Христа в моем сердце. Имейте веру. Кто ее открывает во мне? Сам Бог. Помните, Иисус говорит ученикам своим, не отлучайтесь от Иерусалима, не отлучайтесь от Иерусалима. Когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу. Сам Бог будет вас творить силу. Сила от кого? Давид как-то молится и говорит, я слышал тебя, но дважды я услышал, что сила. Сила у кого? Однажды сказал, но я дважды услышал. Если ты ищешь силы, то я тебе говорю, сила на твое исцеление, благословение есть у Бога. Есть у Бога твое благословение. Вы знаете, они не могли свидетельствовать. Им надо было просто ходить по городам и рассказывать, Иисус есть Бог. Но Иисус их не посылает без принятия силы от Бога. Почему? По какой причине? Потому что если ты не имеешь веру Божью, если ты не имеешь веру Божью, что у тебя происходит? Ты в замешательстве. Ты делаешь человеческие действия. Многие церкви строят человеческим путем. И я вам хочу сказать, мы не хотим находиться в человеческом. Я не хочу человеческого. Почему? Потому что человеческое, оно будет умерщвлено, но есть Божье, которое пребывает... вечно, которая всегда будет. И вы знаете, Авраам умер, но благословение Авраама мы наследуем даже сейчас. Почему? Потому что он принял от Бога благословение. Мы дети Авраама по обетованию, не по Измаилу, а по Саре. Имейте веру Божию. Авраам сидит на небесах и ожидает, наверное, и молится за нас. Нет. Послушайте, Авраам не делает этого. Авраам все сделал еще тогда, когда прожил здесь. Когда жил на этой земле. И я вам хочу сказать, что мы дети Авраама. Мы дети того, который уверовал и имел веру Божью. Тебе надо просто поверить.
Он сказал, я благословлю тебя. Я благословлю тебя. И вы знаете, я понимаю, что это не моя сила. Моя сила сделает меня, может построить Эйфелеву башню, еще какую-то башню, Вавилонскую башню, Останкинскую башню, Бориспольскую башню. Но это моя башня. Но я не хочу строить свою башню, я хочу строить церковь, которую он хочет. И поэтому он говорит, не отлучайся от Иерусалима. Им надо иметь было веру Божию. Они начали человеческим путем, но закончили верой Божьей. Правда? Они разошлись все, разбежались. Со временем они снова разойдутся и разбегутся. Каждый в свою сторону. Человеческий путь. Человеческий путь. Но тут был замысел Божий рассеять их по всей земле, чтобы они начали свидетельствовать. Потому что у них есть сила, а они этого не понимают. Какая у нас есть сила? Послушайте, в тебе столько закрытой силы, сокрытой силы, что ты даже себе не представляешь. У тебя есть вера Божья, которая проверена временами, годами, столетиями, тысячелетиями, которая миллионы лет до вас еще существовала. Он планировал твое существование. Он запланировал, что ты будешь жить в это время. Придешь в церковь и начнешь свой путь. Хождение в вере. Вера, которая не зависит от тебя. Вера, которая зависит только от Него. Поэтому Он ожидает от нас, когда ты приходишь к Нему, тебе надо просто покаяться, сказать, Господь, я отдаю свое сердце в Твою руку. Я хочу строить вместе с Тобой. Я хочу перемен. Я хочу, чтобы эти перемены случились. Смотрите внимательно. Я дочитаю, и мы будем сейчас молиться. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его? И не найдут, хотя Он недалеко. Смотрите внимательно. Признаком того, что я в вере Божией, я ощущаю, нахожу, прихожу в присутствие Божие. Признаком то, что я пришел на правильное место, я нашел присутствие Божие. Ощущаю, нашел, и он близко. Ощущение присутствия Божия. Кто-то говорит, если я не ощущаю, что мне делать? Слушай внимательно. Поэтому Бог повелевает всем повсюду покаяться. Тебе нужно для того, чтобы пришло ощущение в твою жизнь, что Бог рядом с тобой. Покаяние. Прости меня. Если есть тишина, которая наступила в твоей жизни, тебе нужно покаяние, тебе нужно раскаяние, потому что до этого ты строил свое, ты начал планировать свое. Вы знаете, Вавилонская башня не сразу строилась. Я вам серьезно говорю, она планировалась. И им казалось, что этот план грандиозный и шикарный. Когда Бог планирует свое благословение, Он тоже говорит, Он вначале говорит. И нам просто надо довериться, как это называется, довериться определенному случаю, да? Случайно Иисус проходит мимо. Случайно я встречаю того человека, который отвечает на мою нужду. Случай. Случайно. Но у Бога нет случайностей. Ты просто доверься Ему. Когда ты доверишься Ему, в твоей жизни наступят случайности, и тебя будут называть, знаете, везунчик. О, он перестал жить той жизнью. Знаете, что ему повезло? Ему повезло с женой? Да нет. Ему повезло с мужем? Ей повезло с мужем? Да нет, слушай. Просто если Бог созидает, если Бог строит, да,
Если мы доверяемся Богу, то все остальное у нас. Послушайте, от этого строительства зависит твоя жизнь. И я тебе говорю, если ты сегодня строишь, и оно рушится, значит, ты строишь, может, Вавилонскую башню? Когда ты отпустишь? Когда ты начнешь уповать на Бога? Бог начнет строить свое. И оно пройдет через века. Оно будет свидетельствовать о тебе, что ты был в вере. И если тебя даже не будет, твои внуки и правнуки, прапрапрапраправнуки будут говорить, был у нас такой, или была у нас такая. Она просто доверилась Богу. Она была первая, вторая, треть. Я не знаю, но Бог благословил. Вы знаете, почему Бог называется Бог Авраама, Исаака и Иакова? Потому что никто не мог довериться Ему. Авраам, Исаак, Иаков. Они доверились Богу. Просто доверились. Просто доверились. Они еще не имели слова. Они не имели откровения. Они жили по вере. И Бог повелевает сегодня, если ты строил свое, и оно рушилось, тебе надо просто покаяться. Хватит строить свое. Что нужно сделать? Довериться Богу. Слушай, доверь Богу свою жизнь. А, дальше. Что дальше? Знаете, что дальше надо делать? Скажи, дальше делай то, что требуется. Вы знаете, есть интересные вещи, когда ты начинаешь идти и делаешь то, что требуется, от тех обстоятельств, которые окружают. Кто-то говорит, обстоятельства не должны нам диктовать, но послушай, если ты уже доверился Богу, обстоятельства вокруг тебя Он создает. Еще раз говорю, обстоятельства создает Бог. И согласно этим обстоятельствам, я воюю или же не воюю. Я сплю или встаю согласно обстоятельствам. Потому что обстоятельства диктуют мне некоторые вещи, потому что Бог, Он творец всех моих обстоятельств. Если я доверил свою жизнь Ему, то Он и приведет мне людей. Просто мне надо доверяться, научиться доверяться и тем обстоятельствам, которые приходят в мою жизнь. Но у нас рождается паника, когда приходят обстоятельства. Знаете почему? Потому что не доверились. Вы помните, в лодке плыли ученики и Иисус. Иисус на корме спит, но ученики выгребают воду, потому что вода заливается. Они в обстоятельствах, которые свидетельствуют, что они потонут. Но если бы они доверились, Иисус им говорит, почему вы настолько маловерны? Где ваша вера? Знаете, почему? Потому что мы часто на свои силы полагаемся в обстоятельствах. Но нам надо в наших обстоятельствах полагаться не на силы. Вычерпывать воду нужно. Но тогда, когда ты доверился Богу, когда ты сказал, Иисус, давай остановим эту бурю, а мы потом воду вычерпаем. Ну, в воде неприятно ехать, вы понимаете? Плыть. Если твои обстоятельства свидетельствуют о том, тебе нужно что-то сделать, тебе надо двигаться вперед. И я хочу, чтобы вы поняли, что то, что у вас есть, или болезнь, или проблема, или еще что-то, вы начинаете решать эту проблему, а потом задаете вопрос. Иисус, тебе что, нужды нет? Боже, ты меня оставил. Вы понимаете, что это маловерие, это неверие Богу и недоверие Богу. Вместо того, чтобы сказать, Господь, что мне делать? Обуреваю. Надулся уже, обиделся на всех. Он недалеко от каждого из нас. Можешь посмотреть по правую руку свою. Ты видишь там кто-то? Брата, сестру, да, аллилуйя. Но вы не видите Бога. Давид, знаете, что говорит?
видел я Господа всегда. Он одесную. Я хочу, чтобы вы видели вот так вот. Бог со мной. Я не боюсь зла. Не приключится мне зло. И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Вы знаете, когда на тебе есть посох, ты не чувствуешь его присутствие, но ты чувствуешь его руку. Ты чувствуешь его руку через что-то, через кого-то, даже через палку. Власть Божья с тобой. Сила Божья с тобой. Ты просто осознаешь, и ты доверился Богу. Тебе надо просто довериться Ему. И если ты не доверялся до этого момента, вера, которая не от тебя исходит, вера Божья в твоей жизни. Ты думаешь, ты оказался в церкви, потому что ты такой герой? Сам решил для себя, сам пришел. Гениально. Слушай внимательно, если бы не Господь, если бы не Бог, то тебя бы и меня бы здесь не было. Наша жизнь зависит полностью от Него, потому что мы им живем, движемся и существуем. Слушай внимательно, я им живу. Чем ты живешь сегодня? Ты просто не знаешь это. Движешься и существуешь. Я хочу, чтобы ты возжаждал сегодня Его воли в своей жизни. Не смотрел на обстоятельства. Не смотрел на тишину, которая наступила. А возвратился в веру Божью. Потому что тишина, когда Бог перестал говорить твою жизнь, это не значит, что ты должен творить Измаилов. Это не значит, что ты должен как-то сам продвигаться. Жди. Мне нравится Давид. Они как-то на сражение пошли. И Бог им говорит, когда я пойду по верхушкам тутовых деревьев, тогда выходите. И знаете, что происходит? Что такое тутовник? Вы знаете, что такое тутовник? Шелковица. Листики только начали шевелиться по верхушкам. И мы выходим. Вы знаете, он доверялся Богу. Он научился доверяться Богу. Наша жизнь заключается в том, чтобы мы научились доверяться вере Бога. Вере Божьей. Когда он пойдет по верхушкам тутовых деревьев, тогда выходите. Когда увидите, что Бог пошел впереди вас, тогда идите. Вообще, мне нравятся странности. С Богом интересно всегда. Вы знаете это? И с Ним не соскучишься. Со своими делами можно соскучиться. Со своими поступками. Ты, Боже, что я наделал, натворил? Чуть-чуть и умер бы, чуть-чуть бы и сделал бы себе гадость. Но когда Бог творит, Он, я иду впереди тебя. Я обрамляю тебя, я благословляю тебя. Я так окружил тебя, что ты даже себе не представляешь. Я все творю, то, что ты даже не видишь, даже не чувствуешь. Потому что Бог творит твою веру. Кто нуждается в исцелении? Я хочу, чтобы ты возвратился в это. Чтобы ты возвратился в свое исцеление. Чтобы ты возвратился в свою веру. Веру Божью. Потому что это не твое. Это даже не тебе принадлежит. Это то, за что Иисус умер на кресте. Это за то, что Иисус пострадал уже. Это за то, что Иисус отдал свою жизнь. И ты можешь просто этим наслаждаться. Вы знаете, Бог все создал прекрасно. Для наслаждения. Посмотри на соседа. Посмотри на брата. Ты не для испытаний мне. Ты для того, чтобы мы хорошо кутили, гуляли здесь.
Слово «кутили», наверное, плохое, да? Не надо. Тогда мы вырежем его. А то скажут, что я еще плохо говорю. Хорошо. Бог создал, чтобы мы радовались, наслаждались. Аминь. Скажи «аминь». Меня это подбадривает, меня это ободривает, потому что он пригласил меня на пир. Группа прославления, можете выходить. Бог пригласил меня на пир. Он пригласил вас на пир. Правда? Он пригласил вас на пир. Скажи своему соседу, он пригласил тебя на пир. Сегодня время пира. Но главное попасть туда в правильной форме, в правильной одежде, да? В правильном направлении. Вы знаете, дальше написано, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. И дальше, можно следующий стих? Всем повсюду. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вера. Он будет судить нас по вере. Он повелевает, Он требует, чтобы в нас была его вера. Он не хочет и он не желает, потому что вера человеческая, она может производить человеческое. Но Божья вера творит Божье. Мы дети Божьи. И сегодня некоторым нужно просто прийти в это состояние божественного дитя. Я Божье дитя. Я нуждаюсь в нем. Я принимаю его жертву. Я принимаю то, что он сделал для меня. Некоторым возвратиться нужно. Это не зависит от того, сколько ты верующий. Я могу эту проповедь проповедовать 200 миллионов тысяч раз для себя. Знаешь почему? Потому что я нуждаюсь в вере Божьей. Я нуждаюсь в том, чтобы вера Божья была во мне. Потому что я такого натворю. Такого нарожаю. Такого наделаю. Но когда Бог со мной, когда Он ведет меня и направляет меня, о, оно так чудесно все выходит. Я смотрю на эту землю. Я ее не делал. Я ее не творил. Но она прекрасна. Я не делал многих вещей, но Бог, который сотворивший все, Он будет направлять тебя. Он будет творить через тебя. И Он говорит, слушай, вот это по-настоящему дитё мое. Он научился, Он хорошо знает все. Он разумеет меня. Тебе надо возрасти в веру Божью. Вернуться, прорасти в веру Божью. Аминь. Бог здесь, на этом месте. Давайте встанем.